Криминальные новости. Как говорил Тарас Бульба, я тебя породил, я тебя и убью. В Кунгурском районе местный житель подозревается в убийстве своего родного сына из охотничьего ружья. Трагедия разыгралась 27 апреля в деревне Казаево. В собственном доме было обнаружено тело 24-летнего местного жителя с явными признаками насильственной смерти. По данному факту в Кунгурском межрайонном следственном отделе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По одной из версий следствия, между сыном и отцом произошла ссора, которая привела к кровавой расправе. Смерть обнаруженного гражданина наступила в результате огнестрельного ранения грудной клетки. При проведении первоначальных следственных действий было установлено, что смерть выстрелом ружья причинил ему его отец, мужчина 1969 года рождения. Выстрел он произвел в ходе ссоры на почве лишних неприязненных отношений. Ранее между ними уже случались конфликты, однако данные конфликты столь трагической развязки не имели. Сейчас подозреваемый находится под стражей в Кунгурском изоляторе временного содержания. За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас следствием устанавливаются все обстоятельства уголовного дела.